Так, мы начинаем красить. Какой-то ведьмин голос прям. Помогите. И это не смейтесь надо мной. Это так надо, правда. Потом будет такая красота. Всем привет! Вы на канале. Говори. На канале Нищафа. Ты пчела, я пчеловод. Сегодня я хочу вам показать мои покупочки для карнавала, потому что скоро будет карнавал. И я хочу сделать образ русалки, а мой братик хочет сделать образ смешного клоуна. И давайте, готовьте печенюшку. С чайком будет интересно. Чайку? Печенюшку не желаете? Желаю. О, давай, неси. И я хочу вам показать, что я купила. Давай. Так, первое это такой бантик. Это на ширю. Давайте откроем его. Я это продемонстрирую на моем братике, как он будет смотреться. Так, братик. Одеваем. Оп-оп. Вот так. Правда, мило? Такой Микки Маус прям. Все, доставай еще. Так, что у нас? А это такие краски. Это чтобы разрисовывать детей вот так вот. И мы их тоже откроем, но я пока моего братика не буду разрисовывать. Потому что вы увидите нас позже. Доставай. О, а это такие вот колготки. Я их не буду надевать на ноги, буду надевать, на голову. И я вам расскажу потом, зачем они нам. Так, дальше. Студию. Это реснички. Я вам тоже покажу потом, как они будут на меня смотреться с такими большими глазами. Дальше. Так, это такой блеск. Это можно делать на губы или на лицо. Хорошо. Так, больше у нас там ничего нету. И последнее. Это мои леггинсы, которые я буду одевать на карнавал. Нам этот парик в таком цвете не нужен, нам он нужен в синем. И я взяла еще вот такую вот краску с баллончика, и мы ее покрасим. И вот так у нас получился наш парик. Я не стала внизу красить, чтобы не замарать мою курточку и вообще другие вещи. И теперь приступим к самому макияжу. Русалки бубуни. Цвет настроения синий. Сейчас мы одеваем вот эти вот колготки, про которые я вам говорила. Не на ноги. Точно не на ноги, а на голову. Помогите. И это не смейтесь надо мной. Это так надо, правда. Потом будет такая красота. Yeah.
Что, приготовили меня увидеть? Как? Я уже выгляжу вот так. Я русалка. Добавим еще пару штрихов. Делаем губы фиолетовым. А кто хочет, может еще и с блестками. Но я это, конечно, хочу. Теперь делаем морских блесточек. Разными. Всеми цветами блесток делаю. Красивая русалочка. А теперь приступаем к моему брату. Отказался позировать перед камерой, так что я буду позировать одна. Но я вставлю фото в этом видео, чтобы вы могли посмотреть и оценить. Кому понравилось видео или было полезным, ставит лайк. Кто еще не подписан, подписывается и жмет на колокольчик. Я не буду вставлять видео, где мы собираем конфеты, потому что мы это уже снимали. И я оставлю ссылочку там наверху. И вы можете посмотреть это видео, как этот праздник проходит. Всем пока-пока!